Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас простое видео для начинающих. Вот такая вот туника, которая вяжется очень-очень быстро и очень просто. Это просто обычные два прямоугольника, связанные из Alize Baby Best. Я говорила, что я полюбила эту пряжу. Вот. И очень простой узор из двух рядов. Шикарнейший ажурный узор, который вы можете потом применить куда угодно. Я рассказываю, как связать тунику и подробный разбор узора. Значит, давайте начнем с материала, который мне понадобился на нее. Это Alize, сейчас я это просто доснимаю уже, когда туника готова. Alize Baby Best. Акрил 90%, 10% бамбук. Метраж в 100 граммах 240 метров. Всего 3 мотка у меня ушло на этот размер. Размер как бы оверсайз, такая свободная, разлетает. Я потом скажу, как увеличить, как уменьшить, девчонки. Это все очень просто. Основываемся на этот размер, на меня 44-46 примерно. И ширина у меня моей туники 70 сантиметров. При плотности вязания 12 петель в 10 сантиметрах. В разутюженном состоянии. Вот уже когда разутюжена деталь. Потому что пока она не разутюжена, она выглядит по-другому. Вот уже раз... И вот эта вот ширина и длина, это все размеры разутюженной детали. Поэтому я... Вы вяжете образец, разутюживаете его и сверяете. Вот у меня... Для изделия 86 петель, это 70 сантиметров ширина, и 168 рядов, это ровно метр. Вот это и выходит данная плотность. Значит, цвет я вязала, вот такая вот оливка, по-моему, цвет оливка, 138, именно этой пряжи. Вы, конечно же, можете заменить на любую другую пряжу. Кто с Украины, девчонки, под видео есть ссылочка на Леночку, которая есть у нее в складе, эта пряжа Baby Best, поэтому можете обращаться. Так, под видео есть ссылки на телефон ее, на группу в Инстаграме, ну, в общем, все контакты на нее под видео, девчонки, найдете, кто с Украины. Далее, вот, кстати, вот этот я бы связала лучше, конечно же, из вот этого молочного цвета, но у меня, к сожалению, я там вязала ребенку, ну, в ногу, там, топик вязала, ну, и осталось у меня с упаковки один моток, который я привезла с Украины, 450, вот, что-то написала, потому что, чтобы вам порекомендовать вот такой вот красивый молочный цвет. Так, спицы 4,5 миллиметра. Подбирайте, если что, если не попадаете в плотность, либо уменьшайте, либо увеличивайте диаметр спиц. Вот. И вязала я две детали. Для начала расскажу, что если будете увеличивать число петель кратно 7, у меня 86, это значит, что у меня здесь вот 12 раппортов. То есть число петель кратное 7 плюс 2 кромочные. Очень удобный узор, что не нужно никаких петель для симметрии. И не нужно как бы в круговую как-то мудрить особо. Просто вязать в круговую по схеме, которую вот сейчас предоставляю. Вот эта схема этого узора. И сейчас попетельно я ее разбираю. То есть вы считаете по образцу сколько, либо вяжете так, как я, вот на 86 петель, чтобы получилось метр ширина. Вот, как это выглядит на мне, я вам покажу, вот я буду в отпуске, я сниму коротенькие рилс видео, которые, так что следите за каналом, и все вот эти свои изделия я на себе пока буду показывать в этих маленьких видео, девчонки. Вот. Поэтому сегодня будет на манекене, через пару дней, через недельку будет на мне все это дело, чтобы вы увидели и понимали, какая вещь, как выглядит на человеке. Значит, еще раз повторюсь, набирайте ширину, которая вам нужна, число петель должно быть кратно 7 плюс 2 петли. У меня 86 петель, 84 петли, это 12 раппортов. Плюс 2 петли кромочные. Вот для образца я набираю 14 петель плюс 2, 16 петель, то есть 2 раппорта и 2 кромочные. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, здесь я всегда делаю узелок,
чтобы первая петля не растягивалась. И поехали по схеме. Первый ряд. Первую петлю снимаем. Две петли вместе слева направо. Накид. Три лицевые. Раз, два, три. Накид. Провязываем две петли вместе с уклоном влево. Для этого вторую петлю меняем с первой местами. И вторую ставим поверх первой. И провязываем две петли вместе. Лицевой. И две петли вместе с уклоном. Нет. И две петли. Вот здесь вот я вот так вот разворачиваю. Вот с уклоном влево. Накид. Три лицевые. Раз, два, три. Накид. И в конце меняем снова местами. Две вместе. И провязываем две вместе. Изнаночную. Четный изнаночный ряд вяжем изнаночными петлями. Накиды провязываем изнаночными петлями. Так, третий ряд. Первую петлю снимаем. Здесь две лицевые, накид и три вместе. Для этого три вместе. Вторую петлю я ставлю поверх первой, точно так же, как в первом ряду, и провязываю три вместе. Делаю накид, 4 лицевые. Раз, два, три, 4. Накид, 3 вместе. Накид, 2 лицевые и кромочная. Изнаночный ряд, изнаночные петли. То есть при вязании в круговую, вы просто если вяжете в круговую, вот если кто захочет без боковых швов, вот, то вы вяжете четные ряды лицевыми петлями, и все, и все изменения, и набираете без двух кромочных, вот точно по рапорту. Так, пятый ряд, девчонки, это первый ряд, вот только тут смотрите, здесь провязываем две петли вместе, накид, 3 лицевые, накид, здесь меняем местами, вторую ставим поверх первой. Поворачивали мы в первом ряду, девчонки. Здесь уже мы ничего не поворачиваем. Вот эти вот петли. Две петли вместе поменяли местами. Здесь просто провязали две петли вместе лицевой. Накид. Три лицевые. Накид. Здесь поменяли. То есть, я думаю, понятно. Вот здесь вот я вот как бы поворачивала, но это в начале, после набора петли. Здесь уже мы не поворачиваем, просто провязываем две петли вместе. Скорее всего, что при круговом, я не пробовала этот узор, но скорее всего, что при круговом вязании, если вдруг будете использовать этот узор в круговом вязании, то вам придется повернуть эти петли. Ну, смотрите там по обстоятельствам. Ну вот и все. Закрывала я, то есть вязала вот этим вот узором. Если вот смотреть на рапорты, то вот он один вот здесь вот начинается и заканчивается. Вот он рапорт по схеме. И получается вот такое вот полотно, которое я вязала 168 рядов. 42 рапорта у меня всего получилось. Вот смотрите, вот рапорт у меня получается вот отсюда сюда. Еще забыла сказать одну вещь. Я здесь образец вяжу кромочную, изнаночной. В изделии я вязала кромочную, вот лицевой, вот таким вот образом, чтобы получились узелки по краю, чтобы, ну, край смотрелся красиво. Вот здесь вот, в рукаве, да? Хотя оно особо... Хотя оно большую роль как бы не играет. Поэтому, девчонки, смотрите, как вам удобнее. То ли вяжите лицевой, то ли изнаночной. Как вам удобно. По поводу вот, вот если вы набираете больше, вот таких вот частей у меня 12 штук. Далее я связала эти все детали.
и петли, вот смотрите, я разутюжила, я даже не буду ничего обвязывать, все у меня будет вот в таком вот естественном состоянии для новичков, вот максимально просто. Так, далее я беру ниточку и, значит, я складываю лицевыми сторонами вовнутрь. Здесь у меня обе как бы закрытые петли. Кто продвинутый, можно, конечно же, это все дело здесь сделать петля в петлю, но я это показываю для новичков, поэтому мы делаем вот таким вот образом. Я сшиваю обычным, прям обычным способом. Давайте я оставлю этот. Знаете, что я сделаю? Я здесь завяжу узел. Так, потом вот это вот уведу туда. Значит, здесь я сделаю вот таким вот образом. Так как у нас не будет обвязок, то мы... вяжем эту нить, мы затянем. Значит, вот таким вот образом я сшиваю плечика на 15 сантиметров. Вот всего 15 сантиметров у меня здесь будет сшито, да, 15 сантиметров. Так, и здесь, смотрите, сопоставляем наши рапорты, чтобы это все совпадало. Так, вот два рапорта я прошла. И ухожу на где-то приблизительно 15 сантиметров. Это 2,5 рапорта. Вот в середину 2,5. Приблизительно 15, да? Здесь я делаю узел и увожу эту нить туда, как бы в шов, и здесь вот обрезаю. Так, вот эту нить я крючком увожу. Так, эту нить я тоже увожу туда. Так, есть одно плечико. И второе точно так же сшиваем с этой стороны. Я переворачиваю. И с этой вот стороны сшиваю точно так же второе плечо. Итак, мы сшили здесь по 15 сантиметров. И здесь осталось 40 сантиметров. Вырез у нас лодочкой, потому что мы не делали никаких... как бы углубление, ничего, все делали максимально просто. Вот у нас наш большой вырез. Его можно, конечно, уменьшить. Это я так решила, что у меня будет. Возможно, я его уменьшу, но на данный момент пока я решила так. Хочу как бы спускать на плечо. По итогу не знаю еще, что получится. Ну, в смысле, не знаю. Так, далее, что у нас далее? Далее мы сшиваем боковой шов. Боковой шов я сшиваю по лицевой стороне, так как здесь у нас мы заканчивали лицевой петлей. Это то, что я забыла вам объяснить. Итак, значит, что я делаю? Точно так же совмещаю я мои две детали. И снизу потом можно здесь оставить разрез, девчонки, кто хочет. Но я, наверное, не хочу. Или хочу, не знаю пока. Значит, так. Для начала я снова, у меня здесь ниточка, я связываю, потом ее продену. Так, есть. Итак, значит, что я делаю? Так, скрепила. Вот, далее мы смотрим, вот где у нас узелок.
Мы под него вот так вот поддеваем и отделяем эту кромочную. Протягиваем нить. Далее здесь у нас узелок. И вот таким вот способом мы сшиваем. Смотрю, корявенькая, потому что уголок не разутюжился. Потом, когда сделаю шов, я это все дело разутюжу. Так, вот. И так сшиваю вверх, вверх, вверх. Пока не сошью до нужного нам нужной высоты, и на пройму я здесь оставлю вот так вот 20 сантиметров где-то. То есть вот это все я сшиваю сейчас. Так, вот я сшила, девчонки, это все дело. Сейчас разутюжу и покажу вам на манекене. Оно как раз вот получается, вы сшиваете, и узор сейчас просто плохо разутюжено, потому что было завернуто, да. Потом узор просто у вас получается вот такой вот переход. Узор, то есть стыка практически нет, да, шубчик. Так, мои хорошие, вот она моя туника. Я же говорю, я думаю, вам понятно, что она очень классная, нежная, всплывающая такая вот, падающая. Ну, класс. Вот. Буквально на днях покажу вам очень скоро ее результат как бы на себе. То есть это можно даже короткую, как топ-футболку связать. Вот. Вырез, да, я говорила, тут тоже можете корректировать, можете сделать меньше вырез, да, ничего страшного, если вы не хотите. Можно сделать вот так вот, прихватить. Здесь делать дырку. В общем, я еще подумаю по этому поводу. Если что, я вам в коротких видео все, как бы, когда я на себя это все одену, в коротких видео я вам все расскажу. Покажу еще и скажу свое мнение. Вдруг я какие-то изменения буду делать. Вот. А на сегодня, девчонки, все. С вами была Вика из Школы рукоделия. Кстати, забыла сказать, я ее связала буквально за 3 дня. Вот. Очень быстро вяжется. Вот. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.